Любимый человек подарил вам ненужный подарок, но вы не хотите расстраивать его своей реакцией. Сейчас вы узнаете, как имитировать радость при получении не самых приятных подарков. Достичь необходимого уровня радости от подарка вам помогут вспомогательные фразы. Да ладно! Сковородка! Класс! Как ты узнал? Я давно хотела! Вот это! Милый, ну зачем же было так тратиться? Также для имитации радости подойдет крик. Используйте только определенные гласные. А. Е. У. Или О. Ни в коем случае не используйте Э. Ю. Или И. Это может привести к преждевременному завершению отношений. Непроизвольные движения телом также усилят эмоциональную имитацию. Главное в этой ситуации – не переборщить. Используйте классические выражения лица. Ни в коем случае не используйте гримасы, дьявольское нашептывание. Чтобы скрыть неискренность ваших эмоций, как можно быстрее распакуйте подарок и используйте по назначению. Спасибо. Спасибо, ты самый лучший. Тактильный контакт поможет убедить дарящего в вашей искренности.